Василий Теркин. Глава 2. На привале. Краткое содержание. Балагур Вася Теркин попадает в первый взвод пехоты и развлекает других солдат своими рассказами. Теркин – просто парень, обыкновенный. Такие есть в каждой роте и в каждом взводе. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень, сам собой, он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда, парень в этом роде, в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен, не был он отменный. Ни высок, не то чтоб мал, но герой героем. На Карельском воевал, за рекой сестрою. И не знаем почему, спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темы повернем, скажем для порядка, может, в списке наградном вышла опечатка. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.